Северская центральная районная библиотека акциями и мероприятиями отметила день рождения солнца русской поэзии Александра Пушкина. Известен этот праздник и как День русского языка. Для школьников в зале детской библиотеки имени Сальникова организовали литературную игровую программу, посвященную творчеству поэта. На площади перед зданием библиотеки прохожим раздавали буклеты. Многогранные произведения поэта переводятся на десятки языков мира. Для россиян он по-прежнему стоит на отдельном пьедестале, и к нему не зарастет народная тропа, как пророчески однажды написал поэт. Ежегодно в библиотечной акции принимают участие студенты Краснодарского краевого колледжа культуры. У каждого из них есть свое любимое из Пушкина. «Я к вам пишу, чего же боли? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, вашей воли меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня». У Пушкина, наверное, мое любимое стихотворение, не знаю, почему запомнилось, но это «Узник». «Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный неволе орел молодой. Мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном. Клюет и бросает, и смотрит в окно, как будто со мною задумал одно». Кирилл Строцкий учится на третьем курсе по специальности библиотековедения. В этом году проходит практику в Центральной районной библиотеке. «Не мысля гордый свет забавить, вниманием дружбы возлюбя, хотел бы я тебе представить залог достойнее тебя. Достойнее души прекрасной, святой, исполненной мечты, поэзии живой и ясной, высоких дум и простоты». Пушкин для Кирилла всегда стоял особняком, несмотря на то, что у него целый сонм любимых писателей и поэтов. «Благодаря его произведениям, и только, скорее всего, его произведениям благодаря, мы можем прочувствовать всю полноту и красоту русского языка. Потому что это единственный в мире мастер слова, который мог выразить абсолютно весь спектр чувств, которые может испытывать человек». Доказательство этому нашла Елена Залезецкая, прочитав самое короткое стихотворение поэта. «У нас дома есть книга «Полное собрание сочинений Александра Сергеевича Пушкина», датированное 1936 годом. И вот мы с моим сыном решили найти в ней самое короткое стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Им оказалось стихотворение «Золото и Булат». «Все мое», — сказала Злата. «Все мое», — сказал Булат. «Все куплю», — сказала Злата. «Все возьму», — сказал Булат. Четыре коротких строчки, а после них долгие раздумья, кто все же победитель вечного спора. Зато их автор – любимый поэт России на все времена. С этим уж точно не поспоришь.